залі. Так, потребує правила поведінки. Розмовляти тихо, ввічливо, не громко, щоб не заважати глядачам. Зараз прийшов на трансляцію стрічки фільму про майбутнє України, який прогнозує Михайло Ніколаєвич Саакашвілі. От. Його прогноз базується на, розумію, на розрахунках, на його програмі 70 днів. От. Це не просто прогноз, це, я так знаю, конкретний план дій, який в нього є у голові, є на бумагі, є в документах, план дій по розвитку нашої Богом даної країни, України, і позбавлення її від олігархату, від влади корумпованих президентів і всяких таких редісок, як сказав класик. От. Не буду матюкатися в ефірі, не можна. Це моє так правило. Ну, редіські слова всім понятне. От. Що хочу сказати, друзі, зараз десь хвилин через вже 5 почнеться фільм. От. Трішки зарані почав трансляцію. Чому? Хочу нагадати, що я всіх запрошую прийти 4 лютого на марш не за імпічмент вже, а за відставку президента. Бо це вже край і імпічмент вже не прокатує. Тому що хотіли ми прийняти закон про імпічмент, вже пройшло 3 місяці, ніхто його не прийняв. От. Наші вимоги ігноруються, на мете містечко стоїть, але вимоги на мете містечко теж ігноруються. Тому вже пора приходити до таких більш рішучих, більш конкретних дій. Тому 4 лютого виходимо в парк Шевченка, початок 11 годині, місто Київ. 4 лютого, 11 годині, парк Шевченко, місто Київ. Пройти можна від ближче всього від метро Льва Толстого, хто не знає Київ, либо метро «Університет», це красна лінія прямо з вокзалу, або метро «Театральне». Ближче всього метро Льва Толстого або метро «Університет». Приходьте, початок о 12-й. О 12-й, я думаю, що буде маленький такий мітинг, а потім колона вирушає на Майдан. Тобто ми йдемо з парку Шевченка до Майдану. На Майдані вже буде основна така подія. Основна. Хто спізнився, приходьте на Майдан. Початок 11.00 4 лютого. Нагадую. Всім привіт. Італія, привіт. Радий всіх бачити. Сподіваюся, всіх гарний настрій для просмотру фантастичної стрічки і прогнозу від Михайла Саакашвілі. Що я вам скажу? Я, як би так сказати, дивлюся прагматично на цю подію. Я розумію, що всяке може бути, всяке може бути, але у Михайла Ніколаєвича є можливості, в нього є досвід, в нього є програма, він це зробить. Поки немає фільму, я вам щось трохи прокоментую. Мене нема, але я тут є. От. Тобто, друзі, робіть репост, нажимайте лайки. Зараз ця стрічка дуже цікава. Я думаю, опять світло. Знову світло. Стрічка дуже цікава, я дуже сподіваюся, і дуже важливо для просмотру, тому що це буде конкретний план дій Михайла Ніколаєвича на розвиток нашої країни. Конкретний план дій. Я відчуваю, що це буде таке. Це не буде «Зв'язні воїни», це не буде якийсь там «Нью-Усікій», не в жодному разі. В нього є конкретний план дій. Він його зараз покаже, як це потрібно зробити. Те саме, що ми хочемо зробити нарешті. Нарешті ціною стільки жертв і боротьби довгих 27 років вже. Добре, друзі, ще є трохи часу, що? Ну, Ніколозович, Ніколаєвич, я там... Мені зручніше назвати Ніколаєвич, Михайло Ніколаєвич. Він не проти цього. Тому, фільм називається «Україна, яка змогла». Десь так, я точно не знаю, бо там не було в анонсі. «Україна, яка...» Як? Україна, якої вдалося. Україна, якої вдалося, дякую. Україна, якої вдалося. Ну, зараз буде назва фільму, ми побачимо. Друзі, конкретний план дій є. Його вже печатали у літературі, є такі брошури спеціальні, називається «70 днів». Є програма
законів, які потрібно прийняти для цієї програми. Це ленізка законів. От. Є програма. Якщо ви про неї знаєте, це не означає, що її нема. Вона є. Бо чим відрізняється Михайло Ніколаєвич від наших многих політиканів, там, партії, які були створені там 15 років назад, і це докричали, давай, давай, ми зробимо все, приходьте на вибори, зробимо. І що? Де вони? В дупі. Тільки там гроші, тільки ура-патріотизм, вишиванки, смолоскіпні ходи, оце, яке устраює свобода, і все, толку нема. Жодного закону, який прийнятий свободою, жоден закон не працює на народ України. То ж, як можу казати про партію Віланосця, звісного. От, і я не кажу про всіх, там є гарні хлопці, у мене є друзі побратими свободівці, є Сляшковці, вони особисто вони нормальні люди. Але як, коли є лідер, який не хоче провід, не хоче нічого робити, а хоче зробити бабло, то ця партія обречена на невдачу. Розумієте, про що я кажу, так? В даному випадку Михайло Ніколаєвич пропонує конкретний план дій, який він, я так думаю, що спроєктував з Грузії. Йому там це вдалося. Тому ми повинні допомогти йому і себе, нашій країні, те ж саме зробити і в Україні. Якщо ми це не зробимо, не зробить ніхто. Не зробить сусід, не зробить там хтось другий, не зробить атовці, які повернулися з фронту. Якщо ми не зробимо самі, ніхто цього не зробить. Тому прошу долучайтеся до просмотру, до маршу 4 лютого в парку Шевченка. Я вас навіть даже запрошую до партії «Рух нових сил». Хто хоче підтримати партію, приходьте у середки, там десь, не знаю, хто де, хто де, хто в Дніпрі, хто в Харків, хто в Києві. Знаходьте партію, вона є в інтернеті, є в Фейсбуці. Долучайтесь. Громада повинна бути активною. І кожен громадянин – це є джерело влади. Повинно бути активно. Друзі, якщо трансляція буде перерватися, не уходьте, тому що працюю через оператор Live. От. Час від часу буде, можливо, пауза якась, зависати буде. Ну, будьте терплячим, все буде добре, трансляція буде. Вам покажу повний зал, майже повний, дуже багато людей вже зібралися. Це кінотеатр «Кінопанорама», вулиця Шотороставелі. Бачите, вже зала повна на половину. Добре, друзі, почули мене, да? Ще раз нагадую, хто мій там стрім, один із там предостанніх був, я коли вів стрім на Майдан Реформ, нагадую, ще є потреби у грошах на знамето містечко Майдан Реформ. На дрова ми вже зібрали, благодаря вам, гроші я віддав, відрапортувався. От. Але ще потрібні гроші на відняття на оренду квартири. Квартири, в якій хлопці будуть не то, що відпочивати, а приводити себе у порядок. Да? Бан на прачечний день, як то кажучи. Да? Тобто треба десь помитися, десь треба постаратися, просушитися. Це теж гроші треба. Я вже це казав, це була Лариса, яка там медиком. От. Хлопці, це підтверджують, що гроші треба. Тому, хто хоче допомогти намету містечку грошима, не мені. Не там комусь окремо, там, ні, а іменно на мето містечко, на оренду квартири для всіх хлопців, які там мешкають зараз, щоб вони могли помитися банально, побритися, постаратися. Ну, банальні речі такі побутові. Тому ставте плюс на метово там, чи плюс на Майдан Реформ. От, я надам номер картки окремий. Окремий мене є окрема картка. Та сама, яка була на дрова, вже збираю на мето містечко на оренду квартири. І сам особисто проконтролюю, щоб ці гроші не пішли нікудись там наліво, направо, щоб гроші, на ці гроші була знята якась квартира. От. І хлопцям було де помитися, побритися, постаратися, просто відпочити від такої активної революційної
обстановки, як то кажучи. Добре, друзі, ставте плюс Наметова чи плюс підтримка Наметова. Я зрозумію, вам надам номер картки кожному. Зараз чекаємо. Початок стрічки. Я сподіваюся, що буде Михайло Ніколаєвич, мабуть, він даже щось скаже. Сподіваюсь, ми його почуємо. Як ваш канал називається? Так називається Дмитрий Гутман в Фейсбуці. Да, це особиста сторінка, я називаю в Фейсбуці, да. Ютуб є, але там дуже мало підписчиків, тому я поки не викладаю. Ютуб теж є, але там треба займатися постійно, гроші вкладати, яких немає. Тобто є там такі слабенькі. В Фейсбуку сам, да. Гутман, через те. Гутман, так. Дмитрий Гутман. Він питає, який мій канал. Самий патріотичний канал. Боєць-стрімер. Гутман – хороший чоловік. Так точно. А от пан Гутман. Надавайтесь. О, друзі, чекаємо. Що ще хочу сказати? Вчора заходив я на намете містечко. Все добре. Донбас стоїть, РПС стоїть. Революційні праві сили. РНС, активісти Руху нових сил, є деякі, декілька людей, але частка з них, більша частка поїхала вже в регіони працювати на підтримку партії. Тому, якщо у вас є бажання, наприклад, прийти на екскурсію, будь ласка, приходьте, всіх пускають, можна подивитися, поспілкуватися з хлопцями, можна допомогти там якимись там смаколиками, чаєм. Потрібен чай, потрібна кава, потрібні термоси старі, щоб хлопцям було, що на постах, з чого чай заварювати. Ласощі, будь ласка, тільки не Рошен. Тільки не Рошен, раз Рошен нас можуть вигнати, нагнати з лагеря. Рошен там не полюбляє. Вот. Так от. Що ще? Все начебто добре. Багнюка, польові умови, печки, буржуйки, все добре. Наметова стоїть, Донбас є, РПС є, все хорошо. Майже. Все хорошо, крім того, що наші вимоги не приймаються. Це влада злочинна, це офігевша, м'яко скажучи. Просто положила важкий болт на наші вимоги. Роблять своє. Я так чимно виражаюся, я не хочу казати, блін, по-армійськи, по-військовому, але так вони є. Вони просто положили болт на наші всі требування. Бо воно їм не треба. Їм треба гроші в офшорах, їм треба там якісь там договорники в судах, їм треба, щоб там їх покривала прокуратура, їх треба, щоб захищали менти, які от оточують постійно наші мітинги, такі шествия громадянські. Оце їм треба. Від нас відгородитися з ментами, прокуратури, СБУ. І ми є хлопці-олігархи. Знаєте, така пісня дуже відома у Скрябіна, у Кузьми. Оце про них. А наша мета – зробити так, щоб до народу прислуховувалися, щоб вимоги народні і наші пенсіонери, наші діти не голодували, щоб була можливість поїхати десь відпочивати, хто в Турцію, хто на Сейшели, звичайним громадянам. Не такими-такими, Гонтарева і оці всі покидьки, які заробляють на посаді, а звичайним громадянам, щоб країна була заможна, як в Європі. Є країни, на які ми рівняємося, Германія, наприклад, Франція, Польща, Грузія. Дуже класний, яскравий приклад економіки. Навіть в Азії такі країни є, там Тайвань, Таїланд, які там построїли економіку, зробили там за якісь там 40-50 років. Чому в них вдалося, нам не можна, ми не можемо. Тому що наші гроші крадуть з бюджету. От тупо, блин, між надходженням коштів з бюджету і попаданням в бюджет і знаходженням до там цільових розтрат, їх розкрадають вже на якісь там нецільові. От. Потім покривають частку цих грошей, дають там на відкуп суддям, прокурорам, якісь там НАЗК підкупають. Все. Все добре. Всім добре, крім народу, крім вас, крім мене, крім цих людей, хто прийшов на Майдан. Розумієте? Тому це треба припиняти. Все. Друзі, дивіться уважно. Нагадую, 4 лютого, 11 годині. Сказали, 5-6 хвилин почнемо. Ну, є ще щось можливість порозмовляти.
Якщо у вас зависло, уважаємо Аріна Сагіна, можете обновитися ще раз. То стрім, в мене стрім іде. В мене все нормально, все добре. Телефон працює, Фейсбук працює. В Італії рух нових сіл. Цікаве питання. Ну, я думаю, що там є прихильники руха нових сіл, але рух нових сіл це партія українська, це точніше громадське об'єднання і партія українська. Тому якщо ви хочете підтримати, ви можете допомогти фінансово з Італії або на мій телеканал, розвиток телеканал, я показую всі новини руху нових сіл. Або є, я знаю, що на сайті руху нових сіл точно є номер рахунка банківського, на який може підтримати грошима рух нових сіл. Тобто я думаю, що осередка партії нема в Італії. От, але підтримати її там грошима можна і нужно. Все в ваших силах, як то кажучи. Друзі, опять же, нагадую, хто хоче підтримати мій Фейсбук-телеканал, я так називаю, ну, Фейсбук-канал, Фейсбук-телеканал, тому що у мене спілкування, новини, якісь репортажі постійно показую, тому я називаю Фейсбук-телеканал, фактично. От, теж просто ставте плюс розвиток телеканалу, я там надам номер картки окремо для цього. Тому що в мене є проєкти, які дуже цікаві. Ну, крім того, що я знімаю стріми, репортажі, є проєкти такі освітні, які я вже провів два стріма освітніх про антикорупційний суд, Ігор Соболєв читав. Потім ще один був стрім-репортаж про медичну реформу, ви це бачили. Да? Це теж треба, ну, є певні розходи. Тому мені зараз потрібно купити собі направлений мікрофон, потрібно гроші на розвиток. Тобто, якщо є можливість і бажання допомогти розвиткам, я ще планую, опять же, розвивати свій YouTube-канал. Це теж важлива така частина, ніша соцсеті, YouTube-канал, дуже важливо. Бо є глядачі в Фейсбуці, є глядачі в Ютубі, глядачі і там потрібно розвивати. Бо, я кажу, в Англії не можна складувати всі яйця в одну корзину. Розумієте, так? Тому прошу, допомагайте, ставте плюс підтримка телеканалу, чи плюс Дмитру особисто. Теж надам номер картки. Це теж ваша допомога буде мою таку активну громадянську журналістську діяльність. Прошу, під мою особисту відповідальність. Що так важко здихаєте? Що, може, здихнув так важко? Що, народ приходить? Дивіться, зала наповнюється. Знайшли мене в Фейсбуці? У мене треба підписатися, щоб було. Ні, просто додайте, що дам візитку, просто додайтеся до друзів, все, і там будете бачити мої новини. Фейсбуку тут нема. А, то треба поставити. Надо, щоб... Фейсбук треба поставити. Ну да, приложение. Mm-hmm. Возьмите. Mm-hmm. Да, может, какие питания будут. Mm-hmm. Там есть написано мой Фейсбук-канал. Mm-hmm. Ну да, початківец. Уже аж 3 месяца журналист. Пришел в САТО, да, серьезно? Mm-hmm. Пришел в САТО и бачу, что... Тут самый такой активный фронт борьбы с коррупцией. Ну, тому mm-hmm. 3 месяца я уже журналистом, рекламщиком был. Менеджером був, супервайзером був, автомойщиком був, заправщиком був, майдановцем був, атовцем був, тепер став журналістом. Така в мене життєва історія, так. Да. Друзі, якщо є запитання, запитуйте. Я спробую. Хмельницький, Краматорськ, привіт. Давид Річ, на роботу чувак, помойся, побрійся. Давид Річ. Отвечаю тебе лично на работу, чувак, что рабов до рая не пускают. Рабы работают без права на освобождение. И тот, кто работает постоянно, как бы, да, и не имеет возможности нигде поехать отдохнуть, как наши люди, это рабы. Я хочу, чтобы люди, украинцы, жили богато и могли отдыхать. Вот именно для этого я сейчас занимаюсь, показываю новости, показываю коррупцию, чтобы люди поняли, что пора уже встать и эту владу прогнать. Так что на работу устроиться не проблема, вообще не вопрос для меня. Но я выбираю тот фронт борьбы, который более важен не только для меня, а для людей. То же самое сделал в 2014 году, в июне, когда собрал и, будучи практически пацифистом, пошел на войну в батальон Донбасс.
И Гавриле тут жена говорила, куда ты идешь, у нас есть армия, у нас есть там полиция, пусть они воюют. Где ты была эта армия, где была эта полиция, где была эта МВД? В жопе, блин. Так что не умничай, блин. Это я говорю Давиду Ричу, там какой-то там умник. Друзья, читаю ваше запитание далее. Так, поки нема питань. Так, молодець, не здавайся, дякую, дякую. Ага, друзі, хто не знає, що це? Зараз я прийшов в кінозал, кінотеатр «Кінопанорама». Зараз буде показуватися, скажіть мені, фільм «Прогноз Михайла Саакашвілі. Україна, якої вдалося». Це буде не анонс, господи, початок фільму, як правильно я забув слово. Прем'єра фільму. Допрем'єрний показ. Даже так, допрем'єрний показ. Фільм знятий на програмі дій Михайла Ніколаєвича Саакашвілі «Україна, якої вдалося». Це фільм буде не про його здобутки і заслуги в прошлом, а фільм-прогноз про майбутнє України, в якої це вже, ну, начебто вдалося, і як це буде в майбутньому, коли ми переможемо цю владу олігархів і всіх, блін, покидьків, які ворують наші гроші. Так, Нечай Андрій, прошу без матів. Хто б ви не були, за матюки, за сварку, за лайку, баню одразу, навіть друзів. Тому всякі там слова не потрібні. Або ставте пробіли, або якось заміняйте, ну, прошу без сварки, без лайки, без матюків. Сразу буду банити, попереджаю всіх. Нечай Андрій, почув? От, друзі, тому це зараз буде допрем'єрний показ фільму «Україна, якої вдалося». Фільм оснований на прогнозі Михайла Ніколаєвича Саакашвілі, його програми дій «70 днів» називається. Зараз ми побачимо бачення Михайла Ніколаєвича, як він бачить цей розвиток країни за короткий період. Всім привіт, дякую за похвалу. Це я. Ще раз добрий вечір, шановна Починаю. Пана. Я Володимир Федорін. Я особисто відповідальний за всі ті негаразди, які сьогодні були. Я сподіваюся, що вони залишились в минулому. Тому що зараз ми з вами спробуємо помріяти, подумати про майбутнє. Ми зараз почнемо так званий допрем'єрний показ першого монтажу фільму «Україна, який вдалося». Тобто фільма про майбутню успішну Україну. Я просто хотів би сказати, що в нас була дискусія, чи можна показувати вже такий перший варіант, чи почекати ще трохи, тиждень, другий, поки ми все дошліфуємо, поки додасться той матеріал, що ми не встигали додати до цієї стрічки. І, ну, ви знаєте, ви багато, я впевнений, чули про такого собі Михайла Саакашвілі, він перфекціоніст, він ніколи не погоджується на результат менш ніж 100%. І тому я вимушений був сказати, переконати Михайла, що давайте показувати вже зараз. Тим більше, що це не просто якась така голівудська стрічка, на яку приходять для того, щоб пити час. Це насправді наша спроба повести розмову про нашу країну в такому абсолютно новому форматі. І якщо сьогодні вам цей формат, ну, якщо ви погодитись з нами, що це правильний формат, ми будемо продовжувати. Це тільки початок розмови про майбутнє. Тому це фільм, в якому ви, насправді, я дуже дякую всім, хто тут зібрався, я дуже вдячний адміністрації кінотеатру за те, що і вистачило сміливості допустити дисидентів під свій дах. Ми з вами всі
співучасники цієї розмови про майбутнє України. Я б сказав, що не просто розмова, а й побудови нової України. Ви знаєте, я сьогодні проходив повз Майдану і побачив, що влада дуже спішно встановили там якісь металеві конструкції для того, очевидно, щоб позбавити вас, інших киян, інших громадян України, права на мирний протест 4 лютого, коли буде марш за майбутнє. І вони, я думаю, сподіваються на те, що нас, вас, українців, немає того запалу, щоб виходити і битися за своє майбутнє. Тому що вони переконують нас, що майбутнє, воно таке саме, як і те, що ми бачимо зараз. 2% зростання, люди, які від'їжджають з країни. І мета цього фільму, і мета взагалі цього проєкту, мета цього руху показати, що насправді майбутнє є, що воно набагато краще, ніж те, що нам показують політичні телеканали, те, в чому нас намагаються переконати правоботи та інші люди, які за гроші продадуть правозаконно, включаючи свої батьки. Зараз ми починаємо. Після фільму у вас буде можливість задати запитання головному герою цієї стрічки. Тут серед нас сидить автор ідеї Сергій Гайдай. А я, як людина, яка відповідає за всі нагоразди, буду дуже вдячний вам за критику, дуже вдячний вам за пропозицію, за ідеї, за те, що ми можемо покращити тих епізодів, що ви зараз побачите, які ще епізоди ми можемо зняти, для того, щоб вирішити насправді нашу головну проблему, переконати себе в тому, що успіх абсолютно можливий, що ми всі є частина цього успіху, просто треба брати та робити. Дякую за увагу і я прошу нашу команду починати фільм. Я не собирался выступать. Добрый вечер всем. Позвонил Михаил Саакашвили и попросил меня выйти на сцену. Я думаю, потому что он опаздывает, и я должен потянуть время. Я буду коротко. Я действительно один из авторов идеи. В силу обстоятельств я мало принимал участие, на самом деле, в съемке этого фильма. Хотя, безусловно, где-то пытался помогать. Володя прав, всю тяжесть взял на себя он. Была также команда людей, которая так или иначе нам помогала, принимала участие в съемке и все обеспечивала. Но я скажу, наверное, то, что я написал вчера на Фейсбуке. Моя профессия – выстраивать диалог между политиком и избирателем. И если холодно анализировать, какой диалог выстраивает Саакашвили сегодня с украинским избирателем, я могу сказать пока это на тройку, в лучшем случае. Для того, чтобы это было на пятерку по старой советской системе, я говорил примерно следующее, что от Саакашвили проистекает три потока информации. Один поток информации касается его борьбы с нынешней властью. Безусловно, все информпространство этой борьбой заполнено. Безусловно, это рождает как невероятный интерес, как способность пробить информационную блокаду. Потому что скандалы, борьба, баррикады – это то, что всегда СМИ привлекает. Но это и рождает очень сильное отражение. Потому что, во-первых, мы знаем прекрасно, что начинал он свою деятельность в Украине, находясь в команде Порошенко. Возникает куча вопросов. Сегодня его борьба с Порошенко выглядит как личный конфликт. Обычный обыватель говорит, о чем-то там не договорились. И на вопрос, как эту ситуацию исправлять, я всегда говорил, слушайте, безусловно, люди лучше воспринимают конфликты и лучше воспринимают, когда кто-то с кем-то борется. Но они очень тяжело воспринимают планы, серьезные размышления о будущем. У нас вообще живет скептицизм. Когда вы приходите и рассказываете, как решить ту или иную проблему, большинство людей ответит вам не
знания скажут, назовут вам тысячу причин, почему это не получится. Вот. Но, слава богу, Саакашвили, пожалуй, единственный политик в Украине, который может сказать, что у него уже один раз получалось. Известная книга журналистки Бураковской, так и называется «Почему у меня не получилось?». Очень советую вам прочесть, кто не читал. Мне, когда я читал эту книгу, когда много лет ездил в Грузию, когда там еще работала команда Михаила Саакашвили, мне всегда хотелось, чтобы была украинская книга «Почему Украина получилась?». Поэтому я считаю, сейчас сегодня будет сделан очень важный шаг. Я процентов 70 фильма не видел, поэтому буду вместе с вами смотреть как первый раз. Что я хочу сказать об этом фильме? Я хочу сказать вам об этом фильме то, что это открытый проект. Что такое открытый проект? Это означает работа над одним человеком. Значит, это означает, что каждый из вас, я еще в этом зале, может принести вот этот фильм, собственную идею. Он опоздал, но он пришел. Как обещал. Это набор сюжетов. Михаил Николаевич пришел. Около 7, поправьте меня, сюжетов. А там может быть сотня сюжетов. И каждый из вас может принести идею стать героем каждого нового сюжета. Я думаю, Михаил вас поддержит. Я буду вас всю просить, Михаила, продолжать этот формат. А вам сегодня первый раз надо посмотреть и дать обратную связь. Каждый из вас есть где-то в Фейсбуке. А Михаил очень открытый политик, с ним даже можно будет сегодня поговорить. В общем, я свою миссию честно выполнил, время поддержал. Давай. Я думаю, что стоит еще его. О, окей. Мы начинаем показ фильма, а Михаил с вами будет встречаться, отвечать на все вопросы, когда фильм закончится. Спасибо всем. Кино! Я Михаил Саакашвили. Я детей люди мечтают про разные, считают, мечтал про кожаный мяч. Я мечтал стать чемпионом по баскетболу. Я мечтал стать правителем мира, тут отечественности. Потому что я хотел менять мир. И я развивал эти детские рамки. Я был уверен, что это у меня получится. Я хотел для многих людей что-то поменять. Первый раз я приехал в Украину, когда мне было 17 лет. И с тех пор я влюбился в Киев, в первую очередь. Я считаю себя киевлянином, потому что человек формировался в Киеве. Это был совершенно потрясающий, сногсшибательный город. Почему-то мне больше нравится Киев тогдашний, Киев моей юности, чем Киев сейчас. Я не хочу оставаться прошлым. Все равно оно было достаточно мрачным, советское прошлое. Я считаю свою цель превратиться в Украину, один из лучших мест для проживания, для воспитания своих детей. Должно быть ощущение, что мы живем в Киеве, в Украине, и нам очень повезло, что мы тут родились, и мы тут живем, и мы будем жить до конца. По большому счету, в Украине нет еще государственности на следующий. В Украине сейчас формируется государственность. Украина в этом смысле институционно, она как пластилин. Вот и что из этого пластилина сделаешь, то и получится. Потому что государство, оно лепится разными руками. И главное, чтобы эти руки, никакого не происхождения, главное, что они хотят делать. Я решил 50-летию подарить себе, и на самом деле подарить Украине, что-то другое. Переосмысление чуть-чуть прошлого Украины и ощущение перспективы. Потому мы решили снять этот фильм. Украина – страна по истории вольных людей, вольного казачества, вольного духа. Украине никогда не было исторически сильной централизованной власти, и она ей не нужна. Нужна сильная, но очень маленькая власть и максимальная децентрализация. До реформы в Грузии коррупция была главной проблемой. Политиков все ненавидели. Люди разверились. Экономика стагнировала. Преступность увеличивалась из-за коррупции правоохранительных органов. Было очень небезопасно находиться в стране, находиться на улице. И у людей не было ощущения будущего. Украина, к сожалению, теперешняя, очень похожа на Грузию, которая тогда вытащила из болота. Тогда Украина
когда Грузия была в такой плохой форме, касалось по сравнению с Грузией идеально. Теперешняя Украина хуже тогдашней Украины, очень похожа на тогдашнюю Грузию. Корупція – це хвороба, хвороба суспільства, але перш за все це хвороба влади. Влади некомпетентної, влади трусливої, влади, яка живе обманом, і влади не впевненої в собі. Запрос общества в Україні на сьогоднішній день заключається в боротьбі проти корупції і сокращенню влияння чиновника на кожного українця, на бізнес, на фізичних лиц, на простих граждан. Вдавати корупцію можливо лише в згоді з суспільством, тобто з опорою на широкі верстви громадянського суспільства, з урахуванням того, що люди якнайбільше мають брати участь в управлінні державою на всіх рівнях, в усіх сферах. Але при цьому на державних посадах, на державних ланках мають працювати дуже добре відібрані професійні люди, які повинні проходити постійну ротацію, постійну підготовку, перевірку і бути під контролем. В Україні госапарат по своїй природі має бути апаратом, який состоїть із независимо мислящих людей, которых объединяет одна главная цель – не прислуживать, а служить. Вот здесь, в чистом поле, мы построим новый, прозрачный, красивый, очень удобный административный здание. Киевляне будут только рады избавиться от парыги дармоедов, от решал центра города. Центр города Киева, там, где стоят эти старые совковые здания, где в длинных коридорах движутся бумаги, в больших кабинетах сидят решалы и делают вид, что управляют страной, а на самом деле просто обдирают ее и зарабатывают деньги. Вот в этих зданиях Киеве будут гостиницы, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы, велосипедные дорожки. Советский Союз отбирал посредственность. Если ты чуть-чуть отличался, тебя моментально отсеивают. Сейчас специально отсеивают идет. Как только появляется человек, который от них отличается, моментально все на него нападают. Это как звериные стих стаи. Их просто хотят распять. Их объявляют врагами народа, их выгоняют, лишают гражданства. Или их иначе маргинализируют. Объявляют, что это просто какие-то выскочки, клоуны. Занимаются пиаром вместо того, чтобы делом заниматься. Это любимое обвинение. И у них вот это не стих стаи, которых как, нападение на любого, который не их. Черновол погиб для меня очень подозрительных обстоятельствах, потому что он был другим. Георгий Мугадзе был другим. Его убили. Много очень достойных людей пошло на фронт. И погибло, они сгорели женилой вот этой первой волны спасения украинского государства, Майдана и первых попытках отбить врага. Поэтому мне кажется, что идет вот такой негативный отбор. Лучше погибают или их убивают. А здесь будет совсем другое. Здесь вместо нескольких сот тысяч дармоедов и решал будет работать пару десятков тысяч молодых, совершенно других чиновников. Этих людей будут подбирать по таланту, без кумовства, без непотизма, без детей-мажоров. Их будут подбираться, и здесь будет культ меритократии. То есть люди будут подбираться по их трудолюбию, по их таланту и исключительно по конкурсу. Здесь будет все очень удобно. Здесь будет глубоко под землей мультимедийный центр управления ситуацией. Тут будет огромный Майдан, и где будет место для сотен тысяч украинцев. И когда люди решат, что они чем-то недовольны, они придут и выскажут свое мнение своим избранным государственным деятелям и нанятым чиновникам. Сюда потянутся железные дороги, автобаны со всей Украины. С любой точки Украины можно будет сюда доехать за полчаса, за час, максимум за 4 часа. На быстрых поездах и по автобанам. И люди могут приехать как к правительству,
так, в первую очередь, на этот Майдан, высказывать свое мнение, выражать свою позицию по конкретным обсуждаемым вопросам. Здесь же будет мемориал борьбы за независимость и будет музей украинской истории. Если руководители государств будут оценивать свой личный успех успехом других граждан государства, успехом бизнеса государства, не личного бизнеса, а других бизнесов, не себя лично, а других граждан, не своих личных цифр, а цифр экономического роста и цифр благосостояния общей массы населения, и при этом они будут особо обращать внимание, чтобы никто не выпадал, чтобы незащищенные слои тоже были защищены, вот это и есть сервис государства. Госаппарат всегда смотрит на главу, и у госчиновников нет своей воли, воля исходит всегда головы. Рыба гнет с головы, и успех тоже идет с головы. Все зависит от того, кто у власти, кто управляет, кто задает тон, кто дает инструкции, кто дает пример. Пример тут самый главный. Ментальная модель постсоветской системы, правоохранительной системы Украины в частности, она до сих пор не служит интересам общества. Она служит интересам конкретных кланов или интересам системы, которая самосохраняется и борется за самосохранение. Нынешний регионал, який 16 січня голосував за антидемократичні закони, тож його цієї місії позбавили, крім обрання на дебо, присягу складали гуртом. Что такое правительство? Да? Правительство государства, оно, на мой взгляд, технологического человека, оно забрало на себя сначала монополию на правду, монополию на насилие, монополию на справедливость. Да? Монополия, очень много монополий возникло. А технологии, интернет сначала убрал монополию на правду, потому что информация сегодня везде есть. И, на мой взгляд, должна вот остаться вот эта монополия и роль государства, это прежде всего справедливость. А все остальные роли, они должны быть, и все остальные функции, они должны быть как можно больше автоматизированы, переложены. Еще очень много людей не понимают роль новых технологий блокчейна. Блокчейн – это следующий интернет. Нужно просто людям, которые занимаются управлением государством, сфокусированно, не надо решать все, не нужно везде лезть. Нужно заниматься какими-то наиболее приоритетными задачами. Украинское государство теперь имеет один главный минус. Это отсутствие справедливости. То есть равных возможностей для всех людей, равенство перед законом. И в результате оно превратилось в феодальную систему, которая в современном мире не может функционировать долгосрочно. Поэтому сегодня украинские государственные институты практически не состоялись. Мы живем в условиях несостоявшегося государства, причем на фоне войны и на фоне всех вызовов и конкуренции 21 века. Это очень опасная ситуация. А это Хортиця, символ свободолюбия украинского духа. Украина обязательно победит. У нас есть все для успеха. Предприимчивость, свободолюбие и мощь. Мощь этого простора, мощь этих агрегатов, мощь Великой Украины. Запорожская сеть. Это было казацкое самоуправление, уникальная форма организации государства в Европе. Здесь, на Хортиці, казаки собирались большим полом и выбирали себе гетмана. Гетман это был на самом деле нанятый человек, кто-то очень долго был гетманом, кого-то казаки сразу убирали за жадность и трусость. И само войско было уникальным. Оно было интернациональным. Основателем Сечи считается Пайда Вишневецкий. Поляк. Но тут были итальянцы, французы, чернокожие из Африки, грузины. Люди абсолютно разных национальностей. Тут говорили на очень многих языках. Вспомните Хмельницкого, на скольких языках он говорил. Главный критерий был не то, откуда ты приехал, а как ты служишь народу, как ты сражаешься за народ. Работаешь на народ или работаешь на себя. Усиливаешь казачество или
становишься зрадником этой идеи. Потому что украинцы, казаки никогда не принимали, чтобы им навязывал волю какой-то чужой правитель. Чтобы авторитарный правитель решал за них, что для них лучше. Они сами знали. И поэтому это перекликается в Украине сегодня. Любая попытка задушить свободу украинцев, любая попытка навязать им авторитарную волю домашнего или внешнего правителя, обречены на неудачу. Потому что здесь люди всегда решали сами. Этот дух никуда не исчез. Он присутствует очень мощно. Он в каждом кирпичете. Он в этом, на этом просторе. И украинцы не позволят над собой доминировать. Это и есть основной ресурс успеха Украины. Дух свободы. Величие свободы. Генетический код каждого украинца. В Украине есть совершенно фантастический потенциал туризма. И тут просто надо переосмыслить географию страны. Тут есть несколько регионов, субрегионов, которые очень хорошо под это подстраиваются. Во-первых, есть Закарпатье. Это австро-венгерский курорт, где у нас есть один боржоми в Грузии, все его знают. Таких боржоми в Закарпатье 10 штук. Но их почти никто не знает. Почему? Потому что украинская так называемая элита туда не ездит. Вот когда элита была в Вене, они туда ездят. Из Киева в Закарпатье не ездят. Там даже нет аэропорта. Надо это все поменять. Там есть виноградники Погреба 16 века. Черновцы – один из красивейших, абсолютно волшебных городов в мире. Приз при увеличении мирового сокровища. Ужасный аэропорт, который нужно срочно превращать в большой лоукост-аэропорт. Я думаю, что черновцы спокойно могли предпринимать 3-4-5 миллионов туристов в год. Это просто не просто черновцы, это черновцы, Хатынь и Каменец-Подольск. Это треугольник совершенно волшебный. Средневековые крепости, где было столько разных культур. Первая столица Литвы, польский город, украинская история, российская история. Вокруг бегали еще атаманы, шведы туда ходили. То есть пересечение всех культур, всех цивилизаций. Настолько наслоение. Туда спокойно можно перевести новых туристов. То есть кто мы, чем мы сильны, что у нас есть. Мы гордимся, у нас есть слово «ПШ». То есть если мы сделаем хоть небольшой анализ, копнем хотя бы немножко глубже, мы сможем обнаружить буквально сотни культурно-национальных памятников по всей Украине, у которых отличное состояние, которых можно ревитализировать, которым можно вливать деньги. И таких Каменцов-Подольских станет не один, а там десяток. Вот здесь будущее Одессы. Это город, где можно все, абсолютно все. Он был основан совсем недавно, всего 10 лет тому назад, и здесь никогда не было крепостного права и феодализма. Здесь сразу перешли на рыночные отношения. Он, город, создан на космополитической традиции. То есть, даже здесь сегодня живет 165 разных этнических групп, и тут никогда не было этнической дискриминации. В своем роде это мини-Соединенные Штаты Америки, единственный в таком роде на карте всей Европы, не только Украины. Поэтому город имеет совершенно сумасшедший потенциал. То, что может случиться, может произойти здесь, не может произойти нигде больше, ни в Украине, ни в Европе. И нам надо этим правильно воспользоваться. Этот торговый порт нужно выносить за пределы города Одессы. А в Одессе надо делать то, что я уже почти сделал. В Батуми и, кстати, в Одессе. Потому что в 2012 мы уже открывали большой порт круизных кораблей Royal Caribbean со связью между Батуми, Одессой и Стамбулом.
К сожалению, Грузия сменила правительство, и этот проект я не смог завершить. Но его должна завершить Одесса. Одесса должна превратиться в главный хаб круизных кораблей на Черном море. Мы должны привлечь сюда и Royal Caribbean, и другие большие круизные компании. И это имеет большое будущее. А здесь пассажиры. Это дополнительно 1,5 миллиона туристов в год для уникальнейшего города Украины и Европы. Одесса – город великой культуры. Тут целые пласты еврейской культуры, русской культуры. Украина взяла себе это великое историческое наследие, и, конечно, это и богатство Украины. Полтава. Она сейчас захудалый провинциальный городок. Она превратилась в захудалое провинциальное место. Но там есть очень интересный центр. Если связать Полтаву, Чернигов, Киев, вот вам исторический, культурный, кулинарный территорий. Вообще украинская кухня уникальна, она очень многообразна, она очень сильно выигрывает, если сравнить с кухней очень многих восточноевропейских стран, тоже Польши, например, не сравнить, просто украинская кухня намного богаче, намного интереснее. Самая интересная кухня, как минимум, в Восточной Европе. Юг Украины находится, особенно после изменения климата, в одной полосе с Кордов. Там есть уникальнейшие сорта винограда. Их можно просто, нужно развивать, выращивать, иметь государственную программу. И вино привозит туристов. Вино, культура, красивые женщины, кухня. Это Тревулановский спуск. Самое сердце Одессы. В нескольких шагах от Дерибасовской улицы и оперного театра. Это не декорации для фильма ужасов. Это то, до чего довела это прекрасное место местная мафия, которая завладела городской властью и которая специально убивает это историческое место. Они хотят его убить, уничтожить, чтобы застроить искусственными новостройками и продать квартиры. Де Волан был голландским инженером. Он заложил план Одессы. Настолько это цинично, что вместо его имени сейчас так убивается. Но это все поменяется. Тут будет комплексная реконструкция. У меня есть опыт. Тут Тбилиси, та улица, на которой я родился, и которая очень похожа на центр Одессы, тоже была разбита. Мы ее восстановили. Для мира старая Одесса и есть настоящая Одесса. И она предстанет перед Украиной, перед Европой, перед миром в своем первозданном величии. Некоторые одесситы шутят, что тут надо построить квартал красных фонарей. Ничего подобного. Здесь будет Монмартр Одессы, Рамбля Одессы, Андреевский спуск Одессы. Тут будет чудо. Будет очень красиво. И это все останется в прошлом, как кошмарный сон. Будем работать. Последние нетронутые пляжи Европы. На это вы про них ничего не знаете. После затопки, после Сергеев, несколько десятков километров неизведанных, нетронутых пляжей Украины. Их еще не успели разделивать местные сельсоветы, потому что сюда просто не шла дорога. И слава богу, что не шла.
а мы построим и дороги, мы построим отели. Тут будет и горный бизнес, и он будет привлекать дополнительно отдыхающих. И тут будет создано много десятков тысяч рабочих мест. Это украинская Марбелья. Это новая украинская Анталия. Анталия тоже так начиналась. Здесь круче, чем Анталия. Просто надо начать развивать инфраструктуру. Потрясающие пляжи, окруженные виноградниками. С удивительным вкусом вина. И всего часу, полтора часа езды от прекраснейшей, удивительной Одессы. Что бы вы ни говорили, это что-то с чем-то. Посмотрите, простор и воля. Это красота, это чудо, это что-то с чем-то, люди. Мы в Грузии строили крепость Рабати, но я не строю от Белгорода Днестровской крепости. А в Белгороде Днестровском, а Германии, эта крепость стоит. Она настоящая, ее можно потрогать, и она запущена. За ней не ухаживают. А я взял эту идею, перенес ее в Грузию, а в Грузию туда приезжает минимум 10 больше туристов, чем сейчас в оригинал Белгород-Днестровской крепости. И туристы приезжают гораздо более длинной дистанции, чем если бы они приезжали в Одесскую область. Просто мы создали инфраструктуру, и инфраструктура привозит людей. Срочно нужно строить аэропорты в Закарпатье, Черновцах, расширять аэропорты Франковские, делать аэропорты в Восточной Украине. В Черкасах там нужен аэропорт хороший. Надо развивать Хортицю, как большое туристическое место. Патури. В Испании доля туризма ВВП составляет 14,5%. В Турции это еще больше. Если мы говорим о том, что мы хотя бы хотим довести долю ВВП хотя бы до 5%, то тогда государство должно определить себя как одним из выгодополучателей туристического потока. Соответственно, учредить хотя бы какое-то агентство, которое может координировать деятельность власти на местах, акцентировать внимание на тех или иных объектах и туристической инфраструктуры и подсвечивать их, делать информационные кампании, обеспечивать необходимую инфраструктуру и сотрудничать с другими органами власти для того, чтобы обеспечить доступ людям, знания и доступ. Украина – это новое место. И новое место всегда привлекает. Это следующий горизонт как для Европы, так и вот целой Евразии. Днепрогресс – это сила. В 1928 году здесь была заложена, забетонирована основа индустриализации Украины. Тогда же СССР, третья часть всего научного и промышленного потенциала была сосредоточена именно в Украине. Низ по течению – знаменитая Хортиця, центр свободолюбия и вольного духа украинского казацтва. Сверху по течению были знаменитые пороги. Оттуда караваны ходили из варяг-греки, из балтийских стран, в единственную тогда европейскую сверхдержаву Византию, караваны киевских князей. Тут сконцентрировано все. Дух свободы, экономическая мощь и предприимчивость. Это как раз три слагаемые, которые обрекают Украину на успех. Это сила, это мощь, не прогресс. Сучасна енергетика України, на жаль, виглядає неприглядно.
Ми маємо перше місце в світі по використанню енергії на одиницю валового внутрішнього продукту. Перше. Друге, ми залежні від імпорту енергії. Тобто ми тільки на одну третину задовольняємо свою енергію за рахунок власних можливостей. І третє, найголовніше, ми не робимо реальної програми енергоефективності. Ми вірили, що нам вдасться збільшити обсяг видобутку природних ресурсів корисних копалин і водночас не тільки зберегти екологію і покращити її, а і врятувати її з того жалюгідного стану, в якому вона тоді знаходилася. От я дуже добре згадую одне село, воно у Івано-Франківській області. В селі знаходиться 50 качалок нафтових, газових. При цьому село абсолютно без доріг. В всіх криницях вода засолена, люди за свої гроші цю воду купують і провозять, щоб вони могли її пити. І все село, воно ні копійки не отримує від газу, нафти, яке видобувається на їхній території. Ми встановили дуже високі екологічні стандарти, тим того будь-яка компанія, яка починала видобувати природні копалини, вона мала привести в порядок ситуацію з екологією, яка склалася на той момент часу. Був автоматизований. Без втручання людини контроль за якістю атмосферного повітря і екологією. І третю річ, яку ми зробили, 50% податків від видобутку нафти, газу, інших корисних копалин стали залишатися на місцях. Наша енергетика характеризується високою ступінню монополізації і фактично вона володіється декількома олігархами. Потрібно вибудовувати дійсно конкурентний ринок. Потрібно, щоб сюди заходили нові гравці, європейські гравці, які зможуть добавляти цивілізованих правил гри. Для цього енергетика буде ставати ефективнішою, вона буде ставати компактнішою, вона буде ставати сучаснішою і модернізованішою. І якщо незалежний регулятор, який рідно віддалений від всіх впливів, фінансових, політичних, буде приймати справедливі рішення, таким чином ми будемо мати ситуацію, коли наші тарифні кошти будуть використовуватися для того, щоб покращувати якість послуг. Ми зробили так, що абсолютно будь-яка компанія, українська, міжнародна, на прозорому електронному майданчику могла отримати доступ до будь-яких корисних копалин. Перше, що потрібно було зробити, це забрати від олігархів і це від місцевих феодалів монополію на природні ресурси. Електроенергія і продукти, які виробляються, це не є кінцевий продукт. Це, по суті, є сировинний продукт, це є комодітість так звана. Економіка має працювати таким чином, щоб виробляла більше товарів із високою доданою вартістю. Енергетика і електроенергія повинні становити навпаки меншу частку для того, щоб бути доступним ресурсом для всієї економіки і щоб бути конкурентною перевагою нашої економіки. Конкурентною перевагою може бути, зокрема, недорога електроенергія або наш український недорогий газ, якщо ми будемо розвивати внутрішнє видобування газу. Ви знаходитесь на території міжнародного аеропорту Бориски. Як ви знаєте, тут є опалення. І, власне, ззаді нас знаходиться котельня, яка обігріває весь аеропорт, всі приміщення аеропорта. А це купа терміналів, купа господарських приміщень. Сьогодні на дерев'яній трісці. Очі холодно. Холодно, м'язко. Таку погоду чим топити? Чоловік топиться дрова, древесина. Вот. Человек трубится древесиной. А тут целый аэропорт. Нам говорят, Украина получила энергонезависимость. Мы все равно тратим 3-4 раза больше, чем ведущие европейские страны. Газа, но говорят, мы больше не покупаем газу в России.
Мы не покупаем газ в России. Серьезно? А газ, который мы закупаем в Словакии, что не российский, он что австралийский? Нас разводят. Олигархам выгодно. Чем больше мы будем употреблять газ, тем больше пойдет и в карманы. И газ это все равно остается российским. Поэтому мы должны перейти к настоящей энергетической независимости Украины, используя современные технологии, тем более, что у Украины есть ресурсы. В Украине есть альтернативные ресурсы газу. И мы, и аэропорт Борисполь, и Владимир Майстышев первые пионеры использования вот этих альтернативных ресурсов на благо страны и на экономии денег в карманах каждого гражданина Украины. Это то место, откуда пошли первые сотни добровольцев на Донбасс. Именно от героизма украинских добровольцев сломала зубы российская армия на Донбассе. Цей символ нагадує нам про те, що лише готовність до збройної боротьби, лише потужне військо є гарантією незалежності і гарантією взагалі будь-якого власного майбутнього. Ця війна триватиме, на жаль, довго, триватиме до того часу, доколи Московія не позбудеться будь-яких імперських амбіцій. Золотые ворота, первый форпост Украины. Нам надо создавать профессиональную армию, где не будет криптократии и места граждан. А солдаты не будут убираться или обслуживать начальство. Они будут заниматься только тремя вещами. Это сражаться, готовиться к сражению, обучаться для этого и относиться. Кроме того, у нас будет резервист. Это обычные граждане, которые будут в другое время, в свободное время, учить, лечить, заниматься бизнесом, а когда родине понадобится, мобилизироваться и защищать свою страну. Крім звичайних збройних сил, які є постійний склад, які є професіональні, нам потрібна розгалужена територіальна оборона. І нам потрібен завчасно підготовлений, організований повстансько-партизанський рух. Тобто, коли противник силами, які переважають, заходять на нашу землю, ми не маємо стояти на смерть проти його вогневої переваги. Збройні сили повинні вести маневрову війну, виходити з спільних ударів противника, задавати йому ударів у відповідь. І водночас ворожі війська мають загрузнути болоті загального опору. Сотні тисяч українців пройшли через фронт, но современной армии у нас все еще нет. Генерал, который стоит в Киеве, имеет мало общего с солдатами на фронте. Их должны сменить командиры, которые прошли войну и получили хорошее образование в украинских и западных военных академиях. Увольнять нынешнюю верхушку и поднимать тех, кто зарекомендовал себя в боях, и как можно активнее переходить на стандарты НАТО. Небольшая постсоветская армия всегда будет проигрывать большой постсоветской армии. Только современной армии западного типа Украина сможет победить российского агрессора.
Україна обладає фантастичним оборонним потенціалом. Южмаш, Антонов, Моторсіч, Луч, десятки менее известных военных заводов способны производить уникальные вооружения. Мы 3 года упрашивали американцев дать нам джавелины, в то время как украинские предприятия могут производить противотанковые ракетные комплексы, которые ничуть не уступают американским. Не используют этот потенциал. Это просто преступление. До начала реформ украинский оборонный сектор задыхался от коррупции и нехватки инвестиций. Решение первой проблемы потребовало системной победы над коррупцией в масштабах всего государства. Но чтобы решить вторую, необходимо было перестроить отношения между заказчиком вооружения Минобороны и производителем. После того, как государство провело реорганизацию Укроборонпрома, начало заказывать лучшие образцы техники на конкурсной основе, финансировать разработки, обеспечивая надежный заказ на будущее, інвестиції в отрасль, і отечественні, і іностранні, виросли многократно. Казацьке військо одне з самих важніших військ тогдашньої Європи. Великі імперії вокруг тієї України соревновались друг з другом, щоб привлечь на сторону казаков. Тому що там, де були казаки, там була гарантирована победа. І зараз должно быть то же самое. Украина обязана из-за этой великой казахской традиции создать самую эффективную, самую мощную армию в Европе и создать идею непобедимости Украины. Украина ни на кого не нападает, и ее невозможно будет победить любому внешнему врагу. Все дороги ведут в Киев. Ну, должны вести в Киев. Но пока это не так, пока все они еще ведут в Москву, так осталось с советских времен. Но это независимая Украина, поэтому все надо поменять. И мы к этому незамедлительно приступим. Построено 10 тысяч километров цементно-бетонных дорог с сроком эксплуатации 25 лет. Без ямочного ремонта это позволило увеличить на 15 миллиардов долларов ВВП страны, запустить мирные отрасли, такие как цементные, добычу щебня, дало значительное количество рабочих мест. Мы смогли построить несколько мостов через Днепр, таких как 2 дополнительных моста, которые замкнули большую пружину вокруг Киева. Построили мост, который соединит объездной дорогой город Николаев, соединит, по сути, Одессу и Херсон без пересечения 2 мостов Николаева. Мы закончили мост в Запорожье. Мы сделали новую трассу, соединяющую запад и юг. Это, в этой трассе есть на сегодня огромная потребность. И создали транспортный коридор, соединяющий Польшу и Южный порт Украины. А здесь все поменяется. Поменяется в том числе и транспортная инфраструктура. Сюда будут ходить быстрые поезда из Киева, которые будут доходить сюда очень комфортно, максимум за 2-2,5 часа. Тут будет проходить автобан Киев-Одесса-Бухарест. Или Бухарест-Одесса-Киев-Минск. Вильнюс. И пойдут огромные туристические, торговые, человеческие потоки. Украинской инфраструктуры, чтобы проехать из одной части Украины в другую, надо ехать через Молдову. И эта ситуация касается не только автомобильной дороги, а железная дорога вообще проходит через неподконтрольную Молдавию, территорию Приднестровья, где есть российское влияние, и она полностью под российским контролем. То есть, в любой момент Россия может закрыть там железную дорогу, а не дай бог,
Молдове, окажется власть, которая не будет любить Украину, она может отсечь от Украины, украинскую Бессарабию, эту часть Одесской области. Чтобы попасть из Одессы в другую часть Одесской области, надо проехать через соседнее государство. Из-за отсутствия дороги. Сейчас мы заезжаем на территорию Молдовы. Просто на ту часть Молдовы, которую Украина арендует у Молдовы. Но это Молдова. И тут стоят украинские пограничники. Нам надо пойти пограничный контроль для того, чтобы попасть в другую часть Одесской области. Кстати, вот это и есть та знаменитая трасса Одесса-Рени. Этой дороги не хватит. Она очень-очень узкая. Нам нужен автобан. И не через Молдову. Это вот самое узкое место, где нужно соединять два берега Ливана, мостом, и тогда артерия пойдет. И тогда дороги тут разгрузятся. Я восстановил дорогу Одесса-Рени. Она очень узкая, она уже перезагружена. Она не может выдержать потоки, когда украинская экономика реально заработает. Она не приспособлена для возросшего потока пассажиров, который обязательно будет очень быстро возрастать. Все будут и ехать в Одессу, из Бухареста, из севера, из других мест. Здесь нужна новая транспортная развилка, артерия и новый автобан. И он будет переходить через этот лиман. Украина имеет наибольшую протяженность железных дорог в Европе. Но это не та колея и не те кривые, и она рассчитана не на тот скоростной режим. В первую очередь нужно развивать скоростные железные дороги. Потому что в Украине нет условий. И если говорить про скоростные железные дороги, то они, конечно же, должны быть узкоколейными, потому что мы должны быть связаны с Европой за минимальное время, то есть без смены колесных пар, границу пересекать без задержек. Появились основные четыре магистрали, соединяющие Киев с другими городами. Это гиперлуп, путешествие из Киева во Львов, в Одессу, в Харьков, в Днепропетровск, занимает от 25 до 35 минут. Это современный вид транспорта, который будет успешно конкурировать с традиционной перевозкой в поездах. Второе – это развитие лоукостов, это развитие аэродрома, включая не только крупные такие в городах-миллионниках, но и включая в крупных райцентрах даже, и обязательно в каждом областном центре. Вот таком, например, как Житомир. Житомир не может без аэропорта. Вот. Третье – нужно восстанавливать водный транспорт. Реки у нас загружены на 35 миллионов тонн перевозок в год. Это еще на сегодня, это, к сожалению, только 7 или 8. Через 3 года это все еще не 60, которые были в 91 году, 60 миллионов тонн. Но это точно уже не 8, то есть нужно идти к 35 миллионам. Полностью отремонтированы шлюзы, произведено углубление реки Днепр от границы Беларуси и до Черного моря, и река поддерживается русло реки необходимым для судоходства состоянием. Я думаю, что никто из теперешних управленцев Украины не может сказать, что они построили. А тут столько надо строить. Потому что я думаю, что если бы все Украине построили, то это было бы 10-20 раз больше дома. Это было бы многотомный был бы, если бы они реально строили. А им даже нечего показать на одной фотографии, на одной бумажке.
Есть очень известная книга, которая стала большим бестселлером, «Почему в Грузии получилось?» Лариса Куракова. Когда я приезжал после Майдана, встречался со студентами Могилянки в кино, студенты приносили ко мне эту книгу, хотели, чтобы я его подписал. Видимо, они считали меня автором вот этого грузинского чуда. Наш фильм не про то, почему Украина получилась. Украина еще не получилась, еще не вышла. Но наш фильм будет о том, почему Украина получится и как получится, каким образом получится, почему у нас все будет. И этот фильм будет намного круче, сюжет этого фильма будет, когда он осуществится, намного круче того грузинского чуда. И поэтому для нас сейчас очень важно быстро прекратить эту эпопею постоянных поражений, эпопею отсутствия успеха и из эпохи лузерства перейти в эпоху маленьких и больших успехов. То, что украинцы не доверяют государству, это отчасти правильно и хорошо. Это правильно, хорошо и полезно. Потому что, в принципе, во всех нормальных странах люди отчасти не должны доверять государству. Украинцы будут более уверены в будущем дне, когда они увидят историю успеха. Вся история последних веков, десятилетий и в том числе десятилетий после независимости Украины, это история практического отсутствия успеха. Когда нет успеха, происходит... Люди просто теряют веру, что он когда-то может быть. Но это не безнадежная ситуация. Первые же маленькие успехи, за которыми обязательно последуют большие успехи, сразу вселят людям веру в будущее и главную веру в самих себя. Несколько лет после проведения реформ показали, что страна действительно может расти куда большими темпами, чем говорилось ранее. 3-4% роста – ничто по сравнению с теми 10% и выше, которые показывает сейчас Украина. 10% рост позволил практически удвоить ВВП страны. За счет чего происходит рост? Рост происходит прежде всего за счет изменений бизнес-климата в стране, колоссального притока инвестиций. На фоне притока инвестиций и высокого роста начинает расти производительность труда. Рост производительности труда, соответственно, привел к резкому увеличению заработных плат. Притоки инвестиций, рост заработных плат определенно впервые за новейшую экономическую историю начали реально влиять на укрепление гривны. Укрепление гривны приводит к более высоким заработным платам в долларовом и евро эквиваленте. Поэтому резонно возникает вопрос, а зачем оставаться за пределами страны. И этот вопрос каждый из трудовых мигрантов начинает задавать себе. Вот почему такой серьезный приплыв рабочей силы сейчас в страну наблюдается. Фактически идет активное развитие малого и среднего бизнеса. И можно говорить о том, что в стране реально построен средний класс в классическом гарвардском его понимании. Не только высокий уровень дохода, но также лояльность институтам власти. Не отдельно взятому чиновнику, не отдельно взятому руководителю института власти как таковой. Поэтому и можно говорить об успехе реформ. Если мы не перейдем к росту ВВП минимум на 10% в год, нас не ждет ничего хорошего. Если мы будем расти на 2% в год, как при этой власти, то на уровне времен Януковича мы выйдем только в 2050 году. Мы потеряем сразу несколько поколений, которые либо уедут из страны, либо будут прозябать в беднейшей стране по ВВП Европы, а то и всего мира. Заложена суть. Люди платили 10% от своих доходов.
И вот эта справедливая система налоговая и позволяла Киевской Руси притечи теперешней Украине, расцветать экономически и строиться. Украине жизненно необходима налоговая система примитивная, максимум из 5-6 налогов. Все 27 лет существования Украины как независимого государства украинцы были нарушителями, а чиновники это использовали эти нарушения для личного обогащения. На сегодняшний день Украина не конкурентоспособна по налоговой нагрузке. Сегодняшняя система, она непомерна, она не экономична. Если платить налоги, как так сегодня все налоги, можно прогореть и пролететь в трубу. Налоги должны быть такие, чтобы заплатив их, не только ты не страдал экономически, но наоборот, улучшал свое экономическое положение. Это будет справедливая новая налоговая система в Украине, как в свое время Киевской Руси, но приспособленные для современных условий 21 века. Мы построим самую эффективную налоговую таможенную систему в мире. Украина в Европе. Но у нас будут налоги ниже, чем в Европе, у нас будут тарифы ниже, чем в Европе, у нас будет таможенная процедура эффективнейшая, намного быстрее, чем в Европе, и поэтому мы соберем инвестиции и деньги из Европы. Мы должны использовать свое географическое положение, и пока нас не обложил Брюссель со всех сторон регуляциями, мы должны это использовать на благо каждого гражданина Украины. Создать собственную налоговую систему внутри Европы, рядом с Европой, а в Европе не гибкая налоговая система. В Европе высокие достаточно налоги, у нас будет они ниже, и сюда будут идти деньги. Здесь будут создаваться рабочие места, и от этого у нас появится гораздо больше доходов. Мы окажемся умнее всех, в том числе и всех европейцев. Такой самый лучший пример для нас – это Эстония. То есть Эстония – налоговая система, которая признана лучшей среди развитых стран. То есть просто вот такое же постсоветское государство, как и мы, вдруг осуществило какие-то перемены и прорвалось там на самый верх вот этих вот мировых рейтингов удобства государственных сервисов и налоговой системы. То есть, и ведь это не сложно. Набор этих мер, он очень там ясен и понятен. Точно Украина по своему научному, техническому, технологическому потенциалу, как люди, потому что люди – это самый главный носитель этих всех знаний, она находится в первой десятке мира. При том уровне айтишников, которые есть в Украине, и вот имея такой, допустим, кейс, как там «Приват-24», да, программа, которая там, когда она начала работать, она, ну, я думаю, это лучшая в мире система банклиент. Я работал с многими банками, вот такой удобной нету нигде системы. То есть даже до сих пор, да, есть разные системы, но вот так, чтобы просто с мобильного телефона все можно было делать, управлять там и компанией, и частным счетом, то, такого нет. И, естественно, это должен быть так, что электронный сервис, любой налогоплательщик должен заходить в этот кабинет, видеть все свои платежи, там, задолженности, штрафы, все, что там у него есть, всю историю своих отношений с государством. И это должно быть очень прозрачно, удобно, даже, может, там, весело. Эстония, хочу напомнить, пока она не вступила в Евросоюз, у них же было фри-трейд полностью. Эстония, и есть другой пример Швейцарии, на самом деле Швейцария по экономической свободе выше, чем большинство стран Евросоюза, чего она в Европу не вступает. И это пример того, что у них меньше регуляций, при том, что народовласти. И вот Украина должна быть народовласти снизу вверх и отсутствие регуляции. Когда сверху вниз, это всегда надо регулировать. Когда снизу вверх, это и есть казацкое самоуправление. Вот, как в правильном смысле возрождение украинских исторических традиций, которые отличают нас не только от Российской империи, но отличают нас в том числе от Евросоюза и в теперешнем виде. На этом переходном этапе. Предпринимательский талант, ему не надо никаких там дополнительных стимуляций каких-то, там, вот не надо, чтобы кто-то что-то делал специально, чтобы стимулировать предпринимательский талант. Он проявляется естественным образом, ему только мешают разные барьеры. Вот эти вот барьеры, они должны быть сняты. Нам нужно множество маленьких и средних фирм, особенно маленьких. Не это
тяжелая индустрия только. А 70% экономики Украины – это малые фирмы. Будущее еще больше их должно быть. И малый бизнес – это и есть основа неолигархической экономики Украины, которая дает работу каждому гражданину Украины, которая дает перспективу каждому гражданину, которая дает богатство каждому гражданину. А все остальное – это просто добавление всего этого. Главное, на чем это было построено? Мозги, золотые руки, инженерный потенциал, инновационный драйв украинцев. Все пока еще есть. Но не надо зависеть от олигархов. Надо, чтобы без прокладки олигархов это все работало на экономику и на людей. Мои ценности – это возможность менять жизнь. Это возможность доказать для всех остальных, что улучшение возможно. Мои ценности связаны с моралью, что есть мораль высокая, что есть идеалы. Я верю в идеалы идеалистов. Я ставлю себя на идеалистов. Я верю в меритократию. Меритократия – это главное, что движет любым правильным развитием, и то, чего мы должны добиваться здесь вот. Киев по своим, по всем параметрам может быть одной из креативных столиц мира. И поэтому, конечно же, опираясь на вот эти возможности, все, что связано вокруг человека, нужно строить новую экономику. Не сырьевую экономику, а экономику, которая основана на знаниях. И не москвичи. Українська наука ще є. Це дуже важливо і це мене тішить. Є надії. Кожного року приходять до нас молоді науковці, нові надії нашої української науки. Я дуже люблю це місце. Це жовтий корпус університету Тараса Шевченка. Дуже відоме здання першої київської класичної гімназії, де училось огромне кількість дуже відомих діячів. Ну, мне тоже посчастливилось сидеть за одной партой тут со многими историческими фигурами. Вот мы тут стояли после пар и мечтали о великом будущем. Мы мечтали о том, что у нас все выйдет, все получится. Что эта учеба, которая была реально мирового класса тогда, мирового класса, после этого я учился в других университетах мира, здесь давали образование качественно другое и никак не хуже ведущих американских университетов. Я живое свидетельство этого. И мы мечтали, а сейчас они мечтают только об одном – закончить и уехать. Это реально очень жалко. Помню первое выступление на Троицкой площади, когда выступали все Лукомы Дяденко и выступал Михаил. Это был 89-й год, по-моему, да? 89-й, только сейчас. Шлинка национальная фигурка, все эти. Вы прошли все этапы от президента и помогаете Украине. А на улице, да, прохорошо, опять на улицу. Да, да. Спасибо. Спасибо. Италия. Спасибо. Чем ты куда катка, чем ты калбы, правда? Науковці – це фактично єдині експерти в цій країні, які лишилися. Ті дійсно щось, чогось вартують на всесвітньому рівні. Так? Їх визнають певними фахівцями в будь-яких університетах, в будь-яких країнах. Усі ці 10 мільйонів українців, вигадмігантів, високоосвічених експатів, які працюють поза межами держави, вони дуже переживають і допомагають різними проектами, гуманітарними, там, фінансовими. За історію
уже пострадянську історію української науки, це тисячі українських науковців знайшли і реалізували себе і займаються саме науковим дослідженням в розвинених кращих країнах в науковому плані. Наш інститут зменшився за роки незалежності більше ніж вдвічі, і на сьогодні ми підтримуємо контакти більше ніж з 300 колишніми співробітниками нашого інституту, які працюють у провідних університетах, лабораторіях світу. Творчество, получается, никакой искусственный интеллект он не заменит. И поэтому в этой области все больше и больше появится новых специальностей. Самые главные инвестиции, долгосрочные инвестиции, это прежде всего инвестиции в культуру, в искусство. И это и специализация, потому что на самом деле советский строй вообще, и, ну любой тоталитарный строй, он основан на сферах, а не вентиляции и массы, что посредственность должна преобладать. Для того, щоб люди поверталися, потрібно просто, щоб держава, державні люди так стали до них обличчям. Що саме конкретно потрібно зробити? Перше, відновити конституційне право українців, які проживають поза межами держави, на те, щоб обирати своїх представників Верховної Ради, бо маємо зараз таку курйозну ситуацію, де українці за кордоном передають величезну фінансову підтримку кожного року, яка набагато більше, ніж ДТВФ, але вони не мають жодного бажаного впливу. Чтобы открыть дорогу талантам в Украине, нужно обеспечить ускорение сменяемости элит и работу социальных лифтов. Да? Мне кажется, что для этого нужно каждому человеку, каждому избирателю дать право голосовать не только за конкретного кандидата, но и против конкретного кандидата. И результатом каждого кандидата на выборах, чтобы была разность голосов за и против. Тогда одиозные личности, которые не сходят с экрана, их элиты будут просто аннулироваться вот таким вот антирейтинговым голосованием. Украинцы очень легко приспосабливаются к иностранным условиям, и они становятся там успешными. Как это можно делать? Их нужно вернуть в лучшие образовательные системы, в лучшие системы здравоохранения. Их надо вернуть в главные налоговые системы. Когда в Украине будет налоговая система намного лучше, чем Польша, украинец, который зарабатывает 1 евро в Польше, 100 злотых в Польше, и когда он вложит эти 100 злотых в Украине, он может получить прибыль 150, он, а Польша это намного меньше, то он будет вкладывать деньги в Украину. Їхній досвід тут не міг бути проривним. Потрібен просто меседж сильний, да, політичний, що повертайтеся. Посилає віру в будущее. І коли у тебе є віра в будущее, коли ти думаєш, що страна буде уже нормальна, і коли ти уверен в тому, що вона буде нормально розвиватися, тому що ті інститути власті, які зараз вистроєні, вони дають тобі гарантію, що ситуація буде розвиватися в такому позитивному ключі. Це стимулює рождаємість населення. Я вже не говорю по поводу тих дополнительних виплат, які йдуть з державного бюджету, і які теж стимулюють рождаємість. З іншої сторони, дополнительний приток мігрантів, які є. И стратегическая задача состоит в том, чтобы попытаться дойти полностью до того уровня количества населения, которое было в начале, скажем, 2000-х годов, около 50 миллионов. Все очень просто. Люди голосуют своими кошельками, люди голосуют своими ногами за лучшую жизнь. Ту лучшую жизнь они идут туда. Те лучше можно получить прибыль, они вкладывают деньги туда. Когда в Украине налоговая система, которая будет работать в условиях отсутствия коррупции, позволит им получать гораздо большую прибыль, они будут это делать и вкладывать деньги именно в Украину. Мы должны прорываться, мы должны срочно реформироваться. У нас мы не можем терять времени. У нас практически нет времени. Все, что, о чем мы говорим в этом фильме, все, что нужно менять, нужно было менять не даже вчера, а завчера. Мы потеряли время, но это не значит, что мы должны отказаться. Поэтому мы должны быть еще сильнее, еще круче.
і ще одну сторону, і ще відчайні, і ще швидше люди це підуть. Ні, другі варіанти. Друзі, іду вперед, зараз Михайло буде виступати. Дозвольте. Привіт, друзі. Я вам спасибо, що прийшли. Лише пройду. Привіт. Ви бачили, що цей фільм не закінчений. Привіт, все. Сергій Гайдай, один з авторів ідеї створення цього фільму. Тому там не вистачає комп'ютерної графіки, там не вистачає сюжету, по ходу я... замечания сделали для всех примечаний, что надо поправить и сделать. Я вас с удовольствием послушаю. Единственное, что я хотел сказать, что история, на которую нас навязывают, это история лузерства, это история поражения. Мы бы хотели превратить ее в историю победы и конкретных результатов. Украина будет сверхдержавой Европы, Украина будет наиболее быстро развивающейся страной, в Евразии. В Украине будет то, что вы видели, вы видели, наверное, что немножко перепутаны времена в этом фильме. Там, где говорят, мы построили, мы сделали, кто-то может подумать, ну, когда это мы построили, делали, выглядит как Порошенко. Но как 144 фонда. Нет, это то, что будет обязательно, когда поменяются люди, вот эти светлые люди, которые есть в этом фильме в том числе, они придут к власти. И вот эти люди точно знают, для чего они этого хотят, чего они хотят достигнуть. И мне кажется, что, знаете, столько инноваций. Вот вчера, но просто нужно, чтобы захотеть, чтобы что-то менять. Куда ни посмотришь. Вот вчера, совершенно случайно, мы пересеклись в одном кафе с энтузиастами, которые производят устрицы в Одесском регионе. Черноморские устрицы. И у них там... практически разрешение на какой-то УЦЕ, значит, на производство маленького количества устриц, типа в научных целях. Вот человек просто любит свою профессию, пошел и производит устрицы. Дал попробовать просто намного круче того, что я пробовал во Франции там где-то. И почему я об этом говорю? Вот только вот на этом одном лимане в Одесской области можно производить в год на миллиард евро устриц. В одном лимане, и таких лиманов там несколько. Если бы были пробудло у нас правительство, у которого есть мозги. И которому очень захотелось это сделать. Я помню, что мы в Грузии это стимулировали, но у нас не выходило, потому что там смывать, там нет таких лиманов и так далее. Мы в Грузии, например, целый ряд новых культур ввели, и правительство вручную это делало. И объясняло фермерам, и рассказывало. И у нас не было таких предприимчивых людей. А здесь они есть. Но здесь у них есть министерство, которое только этим занимается, что мешает им что-то делать. Поэтому, когда я говорю, что если завтра в Украине не будет правительства, что будет? Будет намного лучше жить. Вообще, если не будет правительства, я не шучу. Вообще, если не будет всех этих людей... И поэтому вот тут говорили, что Саакашвили хочет перенести столицу из Киева. Нет, не хочу. Киев всегда будет столицей. Но, например, административный центр тоже нужно выносить отсюда подальше. Ничего, не очень далеко. На самом деле, на этих новых поездах, о которых говорил Шульмейстер, туда можно будет за полчаса добраться. Шпола. Есть такое место в центре Черкасской области. То же самое, куда есть у нас было поле, где вообще никто не понимал, как там можно. Там вообще ничего нельзя было строить, потому оно было поле. А мы туда перенесли парламент, да, правительство здание, и до сих пор у нас на правительство, которое меня терпеть не может, но они не могут оттуда вывести парламент. Потому что он там... И почему это получилось? Потому что просто есть политическая воля это сделать. Есть политическая воля все поменять. И тут у нас сейчас люди, которые цепляются за старую эпоху, за статус-кво. В Украине сейчас 50 на 50 менталитет. Это не возрастной менталитет, кстати. И это менталитет, это не географический менталитет, потому что нет уже деления на восток и запад, так же как я почти уверен, что нет уже возрастного деления. Есть просто 50% людей, которые хотят, которые остались в совке,
и 50% людей, которые желают изменений. Те, которые остались в совке, это не означает, что они не хотят, что им нравится жизнь. Им очень не нравится жизнь, еще больше, чем тем, которые не остались. Но им не нравится жизнь, но они думают, может быть, еще хуже. Поэтому ничего не надо менять, никому нельзя верить. Все равно будет плохо. Вырастили целое, в общем, менталитет людей, что все равно будет плохо, нечего дергаться. А есть другая часть, которая хочет менять. Это ровно 50% общества. И, к сожалению, часть этих людей уже проголосовала ногами, для себя они все поменяли и уехали. Или уезжают. Но то, что они уезжают, это тоже может быть не потеря, потому что уехал, посмотрев разницу, они влияют на те, которые остались, еще более увеличивают эффект. Но у нас нет времени долго ждать. У нас нет времени, потому что просто реально вот совок цепляется за все это, и в этом сам, как пропадает пучину истории, хочет туда унести Украину. Вот эти чудовища совка, реально, они сейчас ухватились за Украину, сами просто пучину падают и хотят с собой унести страну. И мы этого не должны допустить. Поэтому очень важно, что мы... Они нам говорят, вот что, да, там, вы там ходите по улицам, опять 4 марта сейчас. Чего вы добиваетесь? А вот чего мы добиваемся. Мы четко знаем, как есть лучше. И мы четко знаем, что так больше жить нельзя. И мы четко знаем, что они нас не заставят их оставить на месте. Потому что мы должны быть полными лузерами, полными глупцами, чтобы терпеть их дальнейшее пребывание вот этих всех химер от прошлого. У власти они реально убивают перспективу. Потому что все, о чем я рассказывал, в Украине 53% официально теневой экономики. Только после того, чтобы освободить их половину этой теневой экономики, можно высвободить за год. Это дополнительно 15-17% роста первые 2-3-4 года, а потом минимум 10-11% роста ВВП каждый год. В Украине есть эти перспективы. Куда ни посмотришь перспективы. Я же рассказывал историю одного Одесского лимана. Миллиард евро только там лежит. И куда ни посмотришь, есть эти перспективы. Просто нет политической воли. Есть воля, чтобы этого всего не было, потому что если это все будет, у них будет меньше, и они не будут выделяться. Поэтому мы будем... Я хочу, чтобы вы дополнили этот фильм. Нет у меня претензий на истину последней инстанции. Нет, невозможно воспроизводить все время одно и то же. Каждый новый этап, каждая новая реформа, она новая. Нет грузинских реформ, нет сингапурских реформ, нет польских реформ для Украины. Есть только украинские реформы для Украины, конечно, не запретая велосипед. Но это совершенно другой велосипед. Более быстрый, более комфортный, другой вообще. Ну, идея такая же, но он будет другим. Какие у вас есть вопросы? Прошу. Це головна мета. І хочеться задати таке запитання. У нас, чи не здається вам, що у нас налог пасивний? Оскільки у мене дружина з Вірменії, їй не робили посвідку на проживання в Україні. А вона була вагітна на 8-му місяці вагітності. Так. І я кажу, шановні, а що робити? Вони кажуть, треба поїхати в Вірменію і назад. А я кажу, а вдруг вона в аеропорту наводить, що робити тоді? Вони кажуть, нам без різниці. А крім того, це ж кошти, які потрібні. В Вірменію полетіти потрібно $30 на людину, туди тільки. І я поскаржився в центральний апарат міграційної служби, і там директор, ну це майже ж міністр, і він позвонив їм, зробив зауваження, і я пішов до них. Вони питання, такі були добрі. Що поговорити. І я висновок зробив. І вони зробили моїй дружині посвідку на проживання, все зробили, як потрібно. Що автограф у нього взяти можна? А вам не здається, що це голова міграційної служби саме відповідальний за те, що служба не працює? І якраз служба на те розрахована, що ви пішли до нього, попросили, а насправжня служба має працювати інакше. Кожна людина, яка реєструє, має мати якраз такі настрій, що вони для того, щоб там все вирішувалося за телефоном. Все. Який там міністр, який там хазяїн? Це є феодальна система.
Ви пішли там феодали, феодал вирішив. Це жах. І це якраз показує, що не треба до них ходити. Якраз його треба прибирати негайно, як всіх його очільників, які зробили таку систему. І, до речі, то так є. І я б не був зараз дуже там, там захватів від того, що вони зробили. Ви відповідальні за цю систему. Коли ми робили центр юстиції в Грузії, там все вирішується, там на місці не можна буде ходити. Який там очільник? Очільник взагалі нічого не вирішив. Кожен реєстратор, він не є очільник. Все. І тому я прийду до вас на вас. Що стосується фільму, хотілося б, щоб ще блок був про такі про фінансову систему, тому що це кров економіки і доступ. Давайте пишіть і записуйте. Ну і блок про довіру тих людей, які можуть повірити, тому що політичне життя і політичні партії за нашу незалежність настільки сплюндрували авторитет до політичних партій і до їхніх людей, які цим займаються, що нам потрібно це ставити блок, щоб ми відновили до нашої політичної партії довіру людей. Спонукали їх, щоб все-таки це інші люди, які прийдуть і зроблять ці зміни, які показані в цьому фільмі. Ось, це я хотів би доповнити. Ви знаєте, скільки дуже цікавих обличчя в цьому фільмі? Ви коли кажете команда, де спартанці, Вова спартанці. В цьому залі є спартанці. Це є люди, які можуть міняти, які мають ідеї, і вони виглядають антропологічно, дуже відрізняються від тих, хто зараз, ну, порівняйте, ну, наприклад, міністр Реву Суткіна. Ну так. Как там быстро, как там быстро поменять это? На Уткіна. І порівняйте, які дрібниці вони і дурниці вони кажуть. Там один там їх ідеолог каже, що у них у нас черзі зараз українці стоять за чорною кров'ю. Чули це? Да. Що і інші речі, що середній клас може собі дозволити відпочивати. Оці обличчя, які в цьому фільмі, ніколи такого не скажуть. От і вся різниця. Різниця насправді антропологічна. І це не пов'язано з віком. Це реально пов'язано з тим, що є всередині у людей. Пожалуйста. Замечательный фильм, вообще пробирает прямо мороз. Это я хотел, чтобы он пробрал. Да. Я предлагаю еще дополнить темой по медицине. Вот да. Мы знаем, да, что здоровье нации – это первоочередная задача правительства. И мы знаем, в каком состоянии у нас сегодня медицина. Особенно то, что касается вот сердечно-сосудистых заболеваний. Да, мы занимаем первое место в Европе по смертности. А по развитию трансплантации последнее место в Европе. Вот я предлагаю еще дополнить этот сюжет. У нас замечательные доктора, к сожалению, которые массово выезжают за границу. Вот. Я удивляюсь, почему все уже не выехали. Это первое. Ну, и второе, реально, то, что нам подсунули как реформу, я знаю, что это непопулярно среди там, ангажированных людей, которые говорят, что классная реформа. Поскольку я делал самую успешную реформу, я излишне скромно скажу, в Восточной Европе, как минимум. Медицинскую. Я могу сказать, что это полное чудо, как медицинскую реформу. И не дай бог она удержится еще 2-3 года, не дай бог она не продержится, я думаю, не продержится, то мы пожмем ее плоды и увидим, что нас опять зарастили. И потом будем удивляться, говорить, что ну реформа, но видите, реформа не помогает. Это не реформа, это раз-два дня. Потому что создавать новую центральную бюрократию, которая будет перераспределять деньги, опять не давать деньги пациентам, опять не покрывать 100% болезней, и опять говорить, что бюрократы умнее, чем люди, это полная чушь. Не может бюрократ быть умнее, чем то, что бюрократы там какие-то сейчас молодые, более молодые ходят без галстуков, что там шарфики, мы такие крутые, мы будем распределять, не верю. Мы все деньги в Грузии взяли и отдали пациентам. Видите, медицинский страхов. Мы вообще убрали бюрократию, главврачей, там министерство, и сказали, вот вам клиентура, частный бизнес, налетали. Знаете, как налетели? 150 новых больниц построили закон. Каждая из них, как в Австрии, Германии. И ни один министр, ни один чиновник министерства вообще ничего не решает. Да, есть какие-то вещи, которые министерство должно там, вмешаться, там, цена страховки, но это регулятор решает, и это рыночный механизм там работает, и это мы платим в основном государству. Там есть вопросы, связанные, допустим, болезнями, которые обычно, ну, это, допустим, ВИЧ-инфекция или там распространение туберкулеза, это те, что государство должно заниматься, как, исходя из безопасности территории.
Но все остальное, деньги, пациент, все, вообще не должно касаться ни одного бюрократа. Сказал, что Камильбес. И это опять, потому я говорю, что звонил, что нам сказали, у нас сейчас будет новое министерство, супер, и оно будет умнее. Оно не будет умнее, оно будет разводиться нас еще больше. Вот вся история. Я в украинской больнице, на самом деле, история ужасов. Я пару раз попадал туда, ну, по разным причинам. Я думал, что это такое, если человек туда попадает, ты можешь подумать, что ты уже умер и попал в ад. И это не очень хорошо. Да, мы, к сожалению, последний вопрос, мы должны... Димитр, да, давай. Да. Блін, дякую велике, дуже класний фільм, всім подобається. Ефір вам передав привіт з Іспанії. Ну, був дозвіл, ти сказав, можна, я, так. Да. І питання таке, де може бути... Я вище на цьому не заробляю, так все окей. Ну, це, так. Треба розпочувати, да. Зараз максимально. Так, да. І де може побачити цей фільм на загал, на Ютубі, чи на сайті Руху Нових Сил, чи де? Треба доробляти, я сподіваюся, що якийсь там телеканал зараз буде показувати, але... Ви ж це показали всі. Ну, я ж не... Ну, будемо вважати, якщо ви показали, що країна почула і побачила все. Дякую всім, що прийшли і до побачення. Друзі, дуже цікавий фільм, стрічка дуже... Фантастична така наукова фантастика, майбутній прогноз від Михайла Ніколаєвича. Дай Боже йому сили нам витримки це зробити, цей прогноз. Дивіться. Це мій Фейсбук, Дмитрій Гутман. В Фейсбуці. Дмитрій Гутман. Да. В Фейсбуці, я там, це моя страниця, я там стрімлю обычно. Гутман через те. Так, скажите ваше впечатление о фильме, если можно. Ну, замечательно, я уже сказала. Не, ну а подробнее, как бы, да, то есть, может быть, есть сомнения, может быть, или не верится в реальность, или вот тут ну, честно, почему? Честно. Если будет желание у людей принимать участие в развитии Украины, то это все реально. Вы верите, что это возможно, как бы, да, при нашем общем поднятии, как бы, людей, чтобы все вышли и сделали то, что... То есть... Конечно, только нужно выходить, сметать прошлую, вернее, нынешнюю власть, которая жила в Украине. Mm-hmm. Дякую, дякую. Это будет для... Просили меня сделать отзывы, фидбэк, так сказать. Не в 9.15, мы даже раньше. Скажите, вам фильм понравился? Скажите пару слов. Очень понравилось. Да. А что именно понравилось? Может быть, есть сомнения, может, или... Ну, как вы считаете, что вы должны сделать для того, чтобы был такой прогноз, этот фильм? Ну, вдохновляет то, что, наверное, новое строительство, наверное, будет, которое... дают возможность мыслить масштабнее. Перспективы будет больше. Да, масштабнее, да. Перспективы больше будет. Да. Хоть какое-то движение будет. И на самом деле этих олигархов, всех этих ребят, которые сидят в этих... со своих депутатов всех, нужно выгонять из города, чтобы они не делали бесконечные заторы в городе. Я понял. Как вас звать, если я шуга? Зия. Зия. Дуже приятно. Дякую. Благодарю. Дякую. Так. Я тоже познакомиться, да. Пришел. Давайте сможете два слова, да, то есть о фильме скажете, а потом, да, да. Да. Бо мені цікава теж думка глядачів. Будь ласка, прошу. Ну, по-перше, дуже позитивний фільм. Так. І те, що потрібно Україні, щоб у нас були зочі для того, щоб будували Україну, а не розкладали. Ну, що б я додав в цей фільм? Коли питання... піднімалися там кадри щодо туризму, я більше би додав фільм українського фольклору. Там, де про армію, я більше би додав і зв'язав це з спортивними досягненнями України, ну, починаючи від козацького спасу традицій. І я думаю, це б його зробили більш би таким інтересним. І єдине, от, що мені не сподобалось, я от... Моя думка, що Одеса – це побільше український город. Тому от там, я думаю, ляпсус такий був допущений. Ну, це, звісно, він там працював, він має сенс говорити. Тут потрібно все ж таки взяти більше українського коріння. А так, взагалі, мені дуже сподобалось, і я думаю, що він буде мати для
українці, ми давно чекали вже позитиву, бо негатив вже замучився. Як ви вважаєте, що потрібно нам зробити, от нам, українцям, щоб це було виконано, цей прогноз? Ну, я думаю, що потрібно, щоб рух нових сил, дати змогу руху нових сил. А по чому рух нових сил? Я кажу українцям. Ну, я думаю, що нам потрібно більше займатися перспективою, бачити цю перспективу, бажати цю перспективу і від байдужості перейти к активним діям на розвиток України. А для цього потрібно змінювати влади. Добре, розуміло. Дякую. Ну, познайомлюсь. Да. Як вас звати? Володя. Володя, дуже Володимир приятно. Михайлович. А я Дмитро. Да, то я бачу, я постійно дивлюсь твій стрім. Ага. Так що, це був тут, думаю, дай підійду. Ну, добре, так. Да. Ну, от я ж намагаюся бути таким, бути везде. Ти в мене в друзях. Ага, дуже, так, да, знайомо щось таке. Все. Так, хто ще скаже пару слів? Скажете, дівчина? Пару слів скажете? Вам понравилось? Мені дуже. Цей фільм. Голос молоді, так скажіть. Як вас звати, будь ласка? Ліза. Ага, так. Мені дуже подобалось. Я дуже сильно надіюсь, що народ встане і почне щось робити. Тому що в основному зараз всім все одно. Як вважаєте, як нужно народ заставити стати? Ну що, от як що потрібно? Якась кнут чи пряник, що? Ти слухай, краще пряник, чим кнут, да? Дякую. Все. Вашу руку, дякую. Да, дякую. Друзі, от та дівчина сказала, Ліза, здається, да? Сказала те, що я думаю, цей фільм дає надію. Надію на те, що з України можна зробити ще заможну державу, багату заможну державу. Тільки потрібно підняти свої м'які міста, прийти до влади і сказати, ми хочемо зміну цієї країни, ми хочемо реформ, давай працюй, курво, влада. Добре, друзі, все. На цьому все. Ще раз запрошую всіх 4 лютого, тобто послезавтра, в неділю, парк Шевченко. Марш за відставку президента. Все, друзі, пока. 4 лютого о 12 годині парк Шевченка. Побачимось. Хто побачить мене, всім привіт і дуже братські обійми і рукопожаття. Пока.